Хорошее напутствие перед турниром – половина успеха. Именно поэтому появление губернатора участники встретили с большим энтузиазмом. Я хочу поприветствовать всех, кто приехал к нам сегодня на очень добрый традиционный турнир, который с каждым годом расширяется и становится популярным. Конечно, все мы будем переживать за вас, за участников соревнований. Хотим пожелать, чтобы победили самые достойные, самые сильные. Победы всегда очень важны в жизни. Но не менее важно еще и на таких турнирах знакомиться, общаться, находить общих друзей и общие интересы. Также с приветствием к участникам турнира обратились первый вице-президент Федерации тэквондо ИТФ России Юрий Калашников и зампред правления АО «Роснано» Владимир Аветисян. У этого вида спорта в России завидные попечители. А открывались соревнования показательной схваткой двух мастеров – действующего чемпиона России по тэквондо Сергея Аркеляна и не менее титулованного бойца Александра Бакирова. Всего на «Даянг», так называется здесь площадка для поединков, в ходе турнира вышло более 700 спортсменов от 7 до 17 лет. В Одинцово собрались бойцы из Москвы и Подмосковья, из Питера, Ленинградской, Костромской, Владимирской, Самарской, Волгоградской, Псковской, Ярославской областей, из Чечни, Коми, Татарстана, Мордовии, Крыма и других уголков России. Сюда же попробовать свои силы приехали команды из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и даже Эстонии. Открытый статус турнира позволил и ведущим, и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства, а заодно и подготовиться к выступлению на первенстве Европы в итальянском городе Римини, которое пройдет со 2 по 8 апреля 2019 года.